Шумел сурово брянский лес. Огромное полотно самарского художника Евгения Горовых заняло достойное место на выставке, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Идею картины он долго вынашивал, мощного сюжета изначально не было, признается живописец. Помогла песня, которую спел партизанам летчик Анатолий Сафронов. Эту песню знали миллионы людей, понимаете? Поэтому в тяжелейших условиях, в жуткой оккупации, понимаете, партизаны получили мощное оружие, не стрелковое, а песню. И песня, оказалось, сплотила, подняла дух, колоссальный дух, понимаете, наших людей. Больше 100 картин самарских художников в экспозиции музея имени Алабина. Кого-то из них уже нет в живых, кто-то творит по сей день. Все работы объединены войной, но разными ее сторонами. Художника всегда волнуют эти события, особенно связанные с войной, и учитывая ту политическую ситуацию, которая сейчас в мире творится, что фашизм везде процветает, двигается вперед, поглощая умы человеческие, все это строится на лжи, клевете, обманах, предательствах, и это, в общем, актуально. И художник вот в своих мыслях, он передает, старается передать какие-то позитивные эмоции нашей жизни все-таки. Традиционные формы и авангард, жестокость войны и радость победы отражены в картинах. Выставка продлится до 22 июня. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.